музыка из 98 года. Мне всегда хотелось сделать что-то свое, чтобы эта музыка была интересной, как бы донести какие-то свои идеи, потому что та же индустриальная музыка, экспериментальная, это в первую очередь как бы концепция, чем какое-то творчество. Ну, в первую очередь. Вначале я приходил к этому с каких-то очень странных экспериментальных штук. Я работал с кассетными магнитофонами, с очень странными самодельными девайсами, примочками, синтезаторами. В то время было очень сложно найти что-то, что-то купить, ну, в отличие от того, что есть сейчас. Мы использовали то, что есть. Пришел к этому с black metal, наверное, то есть первая экстремальная моя музыка, это была группа Darktron, которая мне нравится, в общем-то, до сих пор. И в какой-то момент у меня был друг, который работал на радио. Мы тогда играли совершенно другую музыку, мы играли метал. А это, наверное, год 99-2000 был. И, в общем-то, мы как бы раздружились, и чувак занимался электронной музыкой, и ему периодически слали какие-то демо, какие-то промо. И он начал ими делиться со мной, то есть за процесс общения как бы. Так я, в общем-то, начал слушать какие-то группы, узнавать о другой музыке, то есть совершенно не той, о которой я слушал. Я начал слушать Noise, Industrial, потом появилось чуть больше возможностей доставать музыку, потому что в Минске в 90-е годы, ну, конец 90-х, там, начало 2000-х, это было проблематично найти любую музыку совершенно. То есть это нужно было куда-то ехать, где-то пробивать, кого-то просить, переписать. У меня не было CD-проигрывателя, и все это было на кассетах. Винтажно, вот так. Это было круто. Переслушал все, что можно было переслушать. Техно как таковое, оно появилось из ниоткуда. То есть в основном как бы все музыкальные стили имеют какую-то подоплеку, то есть они из чего-то вышли. Например, если проводить какие-то логические цепочки, то тот же метал, там он вышел из рока, который вышел из джаза, который в свою очередь вышел из блюза. А техно, оно просто появилось и все. То есть оно появилось в Детройте, оно было абсолютно не таким, как мы его привыкли воспринимать. И потом, когда он добрался до Германии, он стал таким вот, каким оно есть. То есть, благодаря там группе Kraftwerk и всем остальным.
секаторе, который я пишу, в общем-то, с 98 года. Это Ambient Industrial, вот, классический. Я с ним много где выступал. Я выступал в Берлине, в Москве, в Питере. Сейчас пишу новый альбом, работаю над материалом. Вот, основном очень много вкладываю в него, потому что, например, для меня там наиграть уже техно, это не так сложно, а сделать концептуальный продукт, который я что-то вкладываю, чтобы человек как бы путем музыки, путем звуков, то есть понял, что я хочу до него донести, это очень здорово. А для меня он очень сложный, мне интересно с этим разбираться, я использую кучу полевых сэмплов, кучу каких-то звуков, кучу инструментов, мне интересно этим заниматься. Еще есть проект Deconstruct Machine, это IDM, IDM пополам с Industrial, там много гличевой музыки, ломаных ритмов, всевозможного авангарда. И надо бы что-то с этим делать, потому что проект, в общем-то, прикольный, мне пишут до сих пор люди, то есть, ну, то, что им это нравится, это прикольно, это круто. Надо делать. Ну, вот еще техно поигрываю. То есть, когда у меня просто начинает голова кипеть, и я чувствую, что мне надо вдохновение, я беру фотоаппарат, выбираюсь куда-нибудь за город, фотографирую, гуляю, получаю от этого удовольствие, слушаю шумы внешние, которые есть. Я живу в Заводском районе, просто там вокруг района куча-куча заводов, и когда ты выходишь покурить на балкон, ты слышишь вот этот гул от машин, которые там работают. Это безумно круто, и на самом деле просто чувствуешь всю вот эту вот мощь вокруг, которая работает независимо от тебя, и ты в голове составляешь какие-то рисунки, какие-то проекции того, что ты чувствуешь. Вдохновляясь вот этой атмосферой, это прикольно. Я помню старые проекты, которые были очень прикольные. У того же Бубна были очень интересные проекты в свое время, Влада. Был проект Син, очень интересный. Это был Noise, но он был очень концептуально интересный. Делали клевые перформансы.
фестивалю. Это был фестиваль «Дах» какой-то. Я один из кураторов фестиваля. Это середина 2000-х, я не вспомню точно. Мы периодически ездили туда, выступали, делали там движи. Существовал еще тогда «Тахелес», это дом художника в центре Берлина. Вот, мы там жили, делали вечеринки. Это было круто, это очень классный экспириенс на самом деле. Я играл там лайвом, это одно из самых андеграундных мест в Берлине, которое есть. Сейчас все очень странно на самом деле. Та музыка, которую позиционируют как техно, она больше похожа на клубную музыку, которую играют в баре, в которую ты приходишь просто потусоваться. Она играет в качестве фона, но когда ты приходишь на какие-то рейвы, которые позиционируются как техно, а тебе там ставят какой-нибудь там электрохаус, который был актуален там в середине 2000-х абсолютно в любом баре, и ты такой, вашу мать, это совсем не то, чего ты ожидал. Раньше было интереснее, раньше были какие-то рейвы, раньше ты мог выбирать себе пойти на минимал техно или пойти на какой-нибудь нойз пати. Сейчас у тебя абсолютно нет альтернатив, то есть ты идешь на какие-то вечерины, которые позиционируют как техно, ну и которого там, естественно, нету, ты туда приходишь, а думаешь, когда же он начнется, боже. И в итоге его нету просто. И это печально. Я надеюсь, что в Минске будут вечеринки такие, как они были раньше, и будут какие-то движи, которые были в свое время здесь, то есть проводились какие-то определенные фестивали там по минимал техно, по каким-то движам типа индастриала, нойза. Вот это были отдельные тусовки, но они были. Вот, и были какие-то мероприятия, на которые приходили люди. Это было актуально вполне себе, а сейчас в итоге те рейвы, которые мы имеем, они не имеют никакого отношения к андеграунду, что очень печально. Наверное, стоит ценить людей, которые занимаются музыкой. У нас было очень много проектов, насколько я помню, в свое время, которые были интересными, которые были самобытными, которые были вот прямо из ряда вон и ни на кого не похожи. И, к сожалению, вот сейчас люди абсолютно об этом не помнят. Суть нашего менталитета белорусского, ты когда приходишь, ну, выступать на рейв лайвом, тебе застало те времена, это, наверное, там тоже там вот серединка 2000-х была. Вот, мы тогда с чуваком делали транс-проект, вот, мы играли вполне себе такой, ну, модный транс. И когда там перед тобой играет 100-500 диджеев, и после них ты играешь лайвом, то есть там притаскиваешь тонны оборудования,
валишь с него, и народ просто не замечает, потому что он уже ужратый, то есть, и вот играет какая-то музыка, им хорошо. И то есть это вот особенность, наверное, в первую очередь менталитета и восприятия. Потому что в том же Берлине, например, люди, которые приходят на какие-то мероприятия, там им дают слушать нойз, и народ просто вот, ну, тут стоит 1000 человек, открыв рот, и они как бы слушают, потому что человек перед ними делает музыку. То есть вот они, то есть вот он может, а они не могут. Вот, и они смотрят на это просто как какое-то волшебство, вот, открыв рот. А когда ты приезжаешь в Беларусь и играешь, то есть у нас никто не понимает, играешь ты лайв, не играешь ты лайв, делаешь ты какой-то перформанс, не делаешь. То есть, ну, есть музыка, хорошо, как бы. Ну, вот сейчас я начинаю замечать, то есть, когда я играю лайв, когда тоже притаскиваю железо, играю без компа, народ там замечает, что там что-то другое происходит. Вот, ну, на сцене, то, что там, когда ты начинаешь там крутить синты, там, вживую программировать машины, и народ чувствует, что как бы ты играешь не с диска. Вот, им это интересно, они подтягиваются к столу, то есть начинают смотреть. И вот обидно то, что мы к этому пришли только сейчас, то, что людям это стало интересно, потому что, ну, во всех других странах это было уже давно. Я здесь играл, наверное, нигде не будет, потому что мне это лень записывать. Вот это шаговый секвенсор. Для того, чтобы писать трек, здесь есть ваншоты, какие-то звуки, которые я использую для того, чтобы делать трек. Я могу отключать какие-то фазы, изменять на ходу то, что я играю, пересобирать трек заново. Вторая — это сэмплер. На нем я проигрываю более длинные сэмплы. Например, с него я играю атмосферы какие-то подложки. Вот эта штука позволяет работать с короткими сэмплами, вот эта штука позволяет работать с длинными сэмплами. Ну, например, здесь у меня какие-то басовые подложки есть. В сумме этого достаточно для выступления и для какого-то живого перформанса и лайва.